30 секунд. Осталось найти последнего. Где же ты? В этот раз я точно не проиграю. Как вас здесь много. А вот тот, кто мне и нужен. Ну все, тебе реально крышка. Главное, не шевелиться. 5 секунд. Бум. Лень, ну я ж здесь был. Как можно было попасть в соседнего клона, но не в меня? Не знаю, он слишком подозрительный был. Давайте уже начнем новый раунд. Согласен. Давайте без давайте. Лень, ну так как ты проиграл, ты ищешь снова. Кто будет искать? Я сказал, что ты. Ладно, я ищу. Но я дам вам только 2 секунды. Он сошел с ума. Валим. 2. Эй, Лёнь, нечестно! Наша задача затеряться в толпе. Отличная идея спрятаться где-то здесь, потому что очень много NPC-шек стоит тут. Если я встану вот здесь, рядом с фейковым Арбускиным... Я не фейк. Ладно, тогда извини. О, отлично, мы заберемся сейчас вот на это дерево. С него будет у нас... Стоп, там что, уже Лёня пытается меня застрелить самым первым? Чего? Лёнь! Ой, блин, мне ж молчать нужно, я же как бы прячусь. Наша задача спрятаться среди кучи NPC, которая разбросана по всей деревне. И прямо сейчас я... Что? Выполните задание. Точно! Здесь же нужно задание выполнять. Но двигаться нужно примерно как они. Так же медленно, так же размеренно, вот так спокойно. Интересно, что будет, если я не выполню эти задания? Вы станете видны через... Нет. 10. Ого! Бегом, задание выполняем! Сейчас, секунду, нужно его только найти. Они наверняка находятся где-то в домах. А лучше всего здесь не так сильно бегать, иначе меня будет заметно. Ага, задание. Все, я выполнил первое. Надо искать второе. Получил. Что? Карапуз найден. Башка дырявая. Пошли в колодец, тебя выкину. Пожалуйста, поставь меня на место. Давай, пока. Стоп. Не угадал. Нубкин? Я знаю, где находится второе задание. Раз они расположены в домах, то сейчас... Нубкин, стой. Стою. Ты чё бегаешь так? Нужно ходить как NPC-шки. Нужно быть незаметным. Я пошёл в секретную комнату. Стой, меня подожди, Нубкин, я... Хочу выполнить задание. Ладно, никаких заданий. Нубкин, покажи, что за секретная комната. Что ты там нашел? Подождите, это что, не Нубкин? А, он же только что здесь был. Это явно NPC-шка. Зараза такая, Нубкин. Ты что делаешь-то? Меня-то зачем ты троллишь? Я ж тебе поверил. Так, ладно, давай, показывай, что там за секретная комната. Где-то тут есть это дерево. Дерево? Нубкин, о чем ты вообще говоришь? Что за дерево? И при чем здесь секрет? Деревья не бывают секретными, если что. Нубкин. Если ты пытаешься выглядеть как NPC, то я тебя вижу и сейчас ударю лопатой по башке. Что? Ну, давай показывай где. Пошли, пошли! Идем, идем, я ж тебя из вида-то не теряю. Если я буду искателем, конечно, я знаю, как увидеть Нубкина. Его найти будет проще всего, потому что он все время пишет в чат. Нубкин, долго еще идти-то? Мы уже все деревья обижали, какое еще секретное? Вот, смотри, наведи на него курсор. Это не просто дерево. И что? А, стоп, а что это за... границы дерева такие. Погоди, Нубкин, ты хочешь сказать, что... А тут еще надпись какая-то. Что там за надпись? А чё она такая маленькая-то? Чего там написано? А... Вход за одну подписку? Куда вход? Нубкин, надо задание выполнять срочно! Ребят, у вас есть как раз время подписаться на канал. 9 секунд у вас точно есть. Нажимайте на кнопку подписаться, а я должен выполнить сейчас это задание. Пока я не стал видимым. Раз... Бегом вот так. Второй номер докручиваем. И третий номер, я не знаю, в чем суть этого задания, но очень похоже на игру популярную. Не помню, как она называется. Напишите в комменты. О, я вижу еще одно задание. Или нет? О, чего? О, тихо. Я сейчас случайно ударил рукой. Но надеюсь, он меня не заметит. Вот так проходим. А теперь притворяемся ботом и проходим сквозь него, как будто мы его не замечаем. Встаем сюда. Хана тебе, Нубас! А, он даже меня особо-то ни в чем и не заподозрил. Ведус! Че молчишь? Ведус!
Безобразие какое-то! Не буду я тогда сам с тобой разговаривать! Владус, говоришь, да? Вас тут двое, а ну стой! И теперь ты. Лучше сдавайся сам. Погоди. Нет! Это нереально! Пора вернуться к тому самому дереву. Очень надеюсь, что вы уже успели подписаться. И это дерево откроется. Я просто не знаю, как его открыть. Так, что там по надписи у нас? Вход за 3 подписки? Это грабеж средь бела дня! Там же было написано по-другому. Он гонится за мной! Арбузкин! Бежать надо! Арбузкин! Ладно, я, видимо, для него какая-то шутка. Он меня не заметил уже 2 раз подряд. Как? А больше я не понимаю, как вы не набрали 3 подписки еще до сих пор. Ладно? Арбузкин был найден. Нет. Остался один. В смысле один? Это что, про меня что ли речь? А чтобы не стать видимым, мне нужно сейчас выполнить задание, а лучше слиться с местностью. Леня, я слишком резко на него посмотрел. Лень, беги. Хорошо? На! Бежим! Это нечестно! А, по-моему, все честно, встаем в толпу. 1 секунда. Ребят, он меня реально здесь не заметит. Я побежал! Я не совсем понял, почему я всех ищу. А меня что спрашиваешь? Ладно, 1, 2, 3. Эй, стой, я-то же не успел убежать, подожди, Нупкин, дай мне нужно спрятаться. О, стоим около Владуса. Здорово, братишка, если что, ты меня можешь здесь за... Стоп, он что, прям сюда пришел? Ты серьезно думал, что я тебя не найду? Ой, нет, тихо, нет, стой, не надо, Нупкин. Я видел, куда ты сбежал. Не надо меня убивать, пожалуйста, Нупкин. Зараза, молчать. Ой, стопы. Вот, зараза! Это ты! Иди сюда! Нет! Повезло, что Нупкин немножко тупенький. Он нашел еще одного Владуса. Я не знаю, что он с ним собирается сделать, но мне пора валить отсюда. Ребята, поставьте за такой экшен лайк прямо сейчас. И помните, мы хотели зайти в кузницу. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Чего? Какая-то стрелочка. Тут же пусто. Ладно, в этом сундуке, наверное... Ничего нет. В смысле? А куда ведет тогда эта стрелочка? Тут же нет кнопки никакой. Может, она невидимая? Сейчас я попробую нажать. 1, 2, 3. О, нет. Что? Вы мне уже стали как друзья. Я только не знаю, кто из вас настоящий. Зараза, жизни у меня не так много. Вот 2 штуки всего. Признайтесь сразу по завтра. А что, один минус анулся? А второй... Ты раб системы! Стоп! Стоп! Если ты сейчас не скажешь слово любое, то ты лосара! Любое слово! Я знаю, как играть эту игру! Иди сюда, Владов! Куда я попал? Что это за странное место? Погодите-ка... Сундук? Серьезно? Ладно, я сейчас загляну, что в этом сундуке. Надеюсь, вы уже подписались на канал. Иначе я этого делать не собираюсь. Вдруг это ловушка какая-нибудь. Ладно, попробуем. Что? Карапуз был найден. Да нет, я не про это. Смотрите, это же Арбузкин и Леня. А что, если это превращение? Мне нужно срочно потроллить Нупкина. Давай, эй. Ну... Мне ж нужно выбраться отсюда! Странный какой-то лифт. Как на нем вообще подниматься? Арбузкин. Да? Если что, это не самое лучшее место для пряток. Ты чё? Так я ж не искатель, Арбузкин. Ну чё ты от меня прячешься-то ты? А, правда? Ну да. Зачем ты вход вообще здесь закрыл? Мне ж нужно выйти сейчас. Я кое-что придумал. Я сейчас затроллю этого Нупкина. И у него закончится время на прятки. А слабо тебе челлендж выполнить? Что еще за челлендж, Арбузкин? Если у тебя в имени есть буква А, то напиши свое имя в комментариях. Я Арбузкин. Буква А есть. Пока. Стой. Арбузный парень какой-то. Ребята, я знаю, что вы здесь. Я чудово. Всех вас вижу. Нужно только выбрать, в какую из поганок стрелять. Кто из вас настоящий? Опа-на. Заметил. О, нет. Давай, Нупкин, беги за мной. Я ведь точно настоящий. Главное сейчас свернуть за здание. Стой, кому сказал? Ну, нетушки. Я этот чит просто так не оставлю. Забегаем за это здание. А теперь 1, 2, 3.
Отлично. Убираем. Опа, в то я знаю, ты... О. Тихо, ведем себя как NPC. Арбузкин, это ты? Не-не-не-не-не, я никакой не Арбузкин. Просто мимо проходим. Главное не палиться, сейчас я... Это ты Владуса не видел? Почему он со мной не разговаривает? Я же NPC-шка, я ничего здесь не делаю. Я просто вращаюсь на месте... Ой, и ужин. Я здесь. Ау, где Владус? Просто проходим сквозь него. Я NPC. Я делаю вот так. Вот так. Главное сейчас, чтобы он меня не заметил. Ну и ладно, фиг с тобой. Ага. Давай, убегай отсюда подальше. А сейчас я превращусь в Леню. Раз, два, три. Сработало. И стоп. Хотел спросить. Леня? Блин. Идем. Идем, идем, идем. Я NPC. Где Арбузкин? Да не знаю я, где твой Арбузкин. Отстань от меня, пожалуйста. И Владус, не знаю я где. Просто идем, ходим и все. О, NPC же разговаривают между друг другом. Давайте вот с ним поговорим. Эй, ты не хочешь со мной разговаривать, да? Кажется, Нубкин оторвался. 15 секунд и меня станет заметно. Мне нужно срочно выполнить какое-то задание. Владус, ты полюбас, ты. А, не, не ты. Я знаю, что ты, да ты. Ведь ты, ты. Они начали разговаривать с Карапузом. Я должен уйти. Внимание нужно отвлечь. У меня примерно 10 секунд. Давай, бегом. Где задание ближайшее? Я не понимаю. Отойдите все, разойдитесь. Три секунды осталось. Ага. И что? Я не понимаю, что делать. А, мне выдали блоки. Так, алмазный блок я должен положить сюда. И что? Кость? Ага. И? Землю? Дерево? Одна секунда. Есть. Я успел. Меня не было видно. Отлично. Что здесь происходит? Ничего здесь не происходит. Просто уходим. Я же NPC. Я NPC. Я глупый NPC. Я пытаюсь перепрыгнуть через забор. Но у меня ничего не получается. Ходим около забора вот так. Желательно гораздо медленнее. Дурацкий NPC. Все, пошел из этого дома. Фух. Я чуть не доигрался с этими превращениями. Он такой нубас, этот Нубкин вообще. Не понял. Ой. Кажется, мне нужно валить отсюда... Поскорее. Зараза, Нубкин! Я же... Ну все. Ты не Леня. Это... Ты не Леня! Бум. О, нет. А, будешь знать, лжец. То есть Владус самоуничтожился? Ага. Да, самоуничтожился. Бегом прячься, давай! У тебя 3 секунды. Раз, два... Ну вот, сразу бы так... Ага, 3 жизни, значит. Все ясно. Мне нужно слегка вооружиться, но 3 жизни это так мало. Как вот мне найти Он очень подозрительно двигается. Очень подозрительно двигается. Я бы даже сказал, настолько подозрительно, что вот это будет моя первая жертва. Ну-ка, пойдемте-ка за ним проследим куда... Опа, стоп! Арбузкин, я тебя видел. Арбузкин! Чего? Он же только что здесь был. Как я его мог упустить? Он же встал сюда, а потом... Опа! Стоям, бам! Так, подожди, Арбузкин, ты от меня... Не поймаешь? Я здесь! Ой-ой-ой-ой! Арбузкин, иди сюда! Пока, где Владус! Ты прячешься? Главное целиться в одного Арбузкина, потом резко посмотреть на F5 и... Привет, Арбузкин, стой! Это было легко. Но тем не менее, я придумал гениальную идею, как же найти настоящего. Мы будем заглядывать в окна. Они должны выполнять задания. И если они придут в один из домов, мы их просто-напросто подловим. Что? Это чего сейчас только что было? Кара... Стой! Подожди, ты... Что с ним происходит, ребят? Он что, обезумел, что ли? Совсем Карапуз? Ай, слишком много лайков! И как я его должен поймать? А, привет! Не надо, Влад! Мне надоел этот маленький пистолетик. Вот что у меня есть. Остался Нубкин и Леня. Кажется, я знаю, как их найти. Помните то самое дерево? Так вот, я направляюсь к нему. Вы же уже наверняка подписались на канал. Уже столько времени прошло. Эти все... Иди сюда. Иди сюда! Как он меня подбешивает, ребят, вы не представляете вообще. Он же еще стреляет стрелами в меня, думая, что... Не поймаешь, не... Поймаю. Еще как поймаю. Остался Нубкин. Давай, что с этим де... Вот как оно открывается. Ничего себе. Давай-ка посмотрим, что у нас есть внизу. Ого. Чего это здесь такое? Что это за странный тоннель? Куда он меня ведет? Неужели в этом тоннеле мы найдем что-то... Секретное...
Крипер? Что за маленький крипер? Эй! Ты не пройдешь! А если я в тебя сейчас стрельну? Видишь? Найдите одного игрока! Я же нашел! Подожди! Ну давай, жду, у тебя 2 секунды. Я побежал! Ну, можно и так. Мне нужен этот фонарь. Там слишком темно. Давайте-ка зайдем, посмотрим, что здесь у нас есть. Рычаг? Так с помощью этого рычага дверь открылась. А, она же сломалась. Ладно, давай я попробую нажать на этот рычаг. И что? О, здрасте, приехали. Ну и что у нас в этом сундуке? Чего? Чит зелья. Умри, либо победи. Я не понимаю, что это значит, но сейчас мы его проверим. Главное, чтобы ничего лишнего не произошло. Раз, два. Главное сливаться с местностью. Ой, стоп. Я что, теперь свечусь? Стоп, подождите. Я ничего не понял, что дает это зелье. Очень странно, вообще не понял. Сейчас-то я все понял. Он что, пошел в колодец? Серьезно? А если мы просто пойдем за ним и будем его напрягать? Он думает, что он спрятался. Он еще и факел в руке держит. Он что, сумасшедший? Тут что, в картине был проход? Ну-ка, давайте-ка за ним. Куда он идет? Чего? Что здесь вообще происходит? Что это за тайник вообще такой? Ладно, это будет для него неожиданно. Давайте так, вы сейчас подпишитесь на канал, я достану ракетницу и сделаю это. Готовы? Нажимаем на кнопку подписаться на счет 3. Раз. Там что, молот Тора? 2. 3. Ну все, держись, Владус. Упс. Ах так?